Всем привет! Вы на канале Day of Life. Сегодня мы приехали опять потренироваться на озеро. С нами сегодня будет еще Celica GT4 и Subaru Impreza VRX STI. Оставайтесь с нами, будет интересно сегодня. Сравним все-таки, какая машина на льду может быть лучше. С разными подвесками, с разными моторами машины. Но одинаковая резина у всех. Последствия удара небольшого. Попробуем, может, надуем. Сняли колесо, сейчас будем пробовать накачать. Ну, мне кажется, я везу, потому что у меня резина пошире 205, все-таки шипов побольше, чем на 15 резине. Но все равно, мне кажется, на 15 резине тоже можно хорошо ехать. Гонщики, с которыми я сегодня заезжал, они едут первый год, так что можно еще пару секунд еще сбавить на то, что они только начинают ездить. Прокатились сегодня, потренировались, посравнивали машины, резины. Мы всех победили, всех начесали. Но у нас техсход. При повороте руля вправо какие-то жесткие хрусты, удары в подвеске. И руль начинает наш отбивать вправо, влево, туда-сюда ударами. Завтра в сервис узнаем, что почем. Вот так вот.